Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Флаттер, и мы сегодня будем делать тест на психику. Да, это что-то необычное для моего канала, потому что так недавно начали называть реакцию. Любая реакция — это тест, блин, на психику. И, к сожалению, две траблы одновременно случились. Во-первых, у меня разрядился фотик, с помощью которого я хотел записать это видео. А также у меня сломался гребаный микрофон. Но осталось всего лишь 20 дней подождать к новому, и мне пришлось эту байду использовать. Так что да, давайте-ка начнем. Да, тест на психику называется «Попробуй не засмеяться челлендж», типа «Try not to laugh challenge». Так что давайте-ка начнем. Собака. Они сразу же с козыря решили пойти. Окей. По крайней мере, он не использовал блевотную музыку одну для своей заставки. Ссылка на Comedy Live будет в описании, кстати. What the... Fuck the police! Ага, да. Он очень быстро как-то... Очень быстро он летит, так что... Я переживаю, чтобы он хотя бы не разбился там, не знаю. Это Куала? Окей. Окей. Это уже какая-то разминка в школе, я не знаю. Нифига они креативные. Кошка, поможет. Не надо, товарищ капитан, пожалуйста, не надо нам штраф выписывать. У меня машинка новенькая, простите ее, она еще всех правил не знает. Самый тупой прикол, который я вообще видел, серьезно. Вот это хороший будильник называется. Бедный школьничек. Окей. Молодец. Натыкнуться так еще. Так. Вау. Почти получилось. Блин, я не понимаю, чего... Что они... На что они вообще рассчитывают? Вот в таких моментах, в особенности в таких... Это я где-то, по-моему, видел даже этот сюжет. Боже мой, что они делают? Что он делает, точнее, даже. Окей, это было странно достаточно. Оу. Не упади, не... Это даже больно, а не смешно, можно сказать. Даже смотря это, все равно смешно как-то. Ой, не смешно, а больно. What the fuck? Такое вообще возможно? В России такое можно увидеть часто. Это я, кстати говоря, видел уже. Прикольно. Блин, сколько люди уже монтировали с этим приколом, конечно же. Не, давайте еще что-то новенькое. Вот это вот я уже не видел. По-моему. Я не знаю. Точнее, я не помню. Я много всяких вирусных видео смотрел. Возможно, его смотрел, а возможно и нет. Там конкретно можно было сказать, что девушка походит на курицу. Боже мой, как она это сделала? Я не знаю. Окей, давайте продолжим просто. What the fuck?
Окей, время пошутить еще и про это. Блин, я не понимаю, как вообще люди так вот делают, серьезно. Прям Майкл Джексон. Ни хрена себе, сколько котов. Вот это вам за то, что вы хотели исполнить кандом челлендж. Я терпеть не могу это челлендж, да. Так тебе, засранец. Аж упал. What the fuck? What the fuck? Моя остановка. Зачем? Я не понимаю этих людей. Нормально. О, боже мой. Сколько форсили этого чувака. У него на официальном канале, пока он его не удалил, было 300-400 тысяч подписчиков за 2 дня. Пока его рекорд не побил, конечно же, PewDiePie с миллионом за 2 дня. На втором канале. Ну на что он надеялся, придурок? Ну блин, бесят такие люди на самом деле. Я слышал, кослики так делают, когда они чем-то напуганы, и они сразу же падают, как будто притворяются мертвыми. На него нападут? Да, я так и думал. Только я думал, что мелкий нападет. Молодец. Только не упади. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Аж на пятую точку. Watch me. Watch. Нет. What the fuck? Еще и это упадет сейчас. Боже мой. Какой вообще прикол в таких челленджах, я не понимаю. Я надеюсь, что она просто запихнула что-то себе туда, чтобы все было. Хорошо используешь свою грудь. Мне нравится. Да. Боже мой. Еще и этого чувака очень часто как бы рэпостили везде, просто форсили. А это я, по-моему, тоже видел, но, блин, меня до сих пор это потрясает. Как она это делает? Я не понимаю. Ну, ради такого я подпишусь на этого парнишу, Comedy Life. И надеюсь, что вы тоже, потому что, ну, блин, у него прикольные подборки получились, на самом деле. Я засмеялся, god damn it. Но с кем не бывает. Ну да ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Flutter, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и всем пока!